Сегодня мы рады представить новинку – акриловый адгезионный грунт. Грунт белого цвета, обладает приятной кремовой консистенцией, которая позволяет наносить его прямо из банки, без дополнительного разбавления водой. Грунт улучшает адгезию материала к сложным гладким поверхностям – стекло, пластик, нержавеющие металлы. Грунт можно наносить как в один слой, так и в несколько, если требуется дополнительное выбеливание. Для приобретения полной прочности рекомендуемое время просушки около суток. Межслойная просушка 4 часа. После высыхания грунт дарит бархатистую шероховатую поверхность, на которую отлично ложатся любые краски и дальнейший декор.